С нами группа «Ништя лично», представители Сербии. Вы можете представиться, каждый по порядку? Да, представитесь. Александр Грайч, званый Сале. Уна Крлич. Анис Цветković. Цветković Петр. Каролина Лади. Can you tell more about your band? How it was created? How the idea of the band appeared? Должен быть по-русски, да? Как возникла идея вашей группы? Расскажите нам о вашей группе. Откуда дошло, разумеешь, Айди? Откуда группа, как имя настало? Имя, как у нас, как вы се ухопили у тай бенд, как все началось? Да, мы спознаемо еще при несколько година, али нисмо наступали заедно као бенд, него свако наступа посебно у Србије и u Evropi, ali na raznim dječjim festivalima. Stani, dojedi, molim. Da, znači, to nije ranče na raznih soravnovanjih u Srbiji vystupali kto v pari, kto lično, i tak уже давно знакомы друг с другом, i вот пришла такая ідея на это национальный конкурс 2009 в Сербии организовать такой ансамбль. Вы хотите продолжить работать как группа? Есть ли у вас уже какие-то другие новые песни? Да, я считаю, да, задержите овой бенд, да, наставите, да, свирате все заедно и наступайте, и далее имате веч неких еще песенок новых. Процесс правления песама е тренутно у току, тако да бен ништа лично и након дечје песме Евровизије наставља се радно, зашто да не. Значит, это Аца, как он уже представился композитор, он сказал, песни, значит, работа над песнями продолжается, и в планах, конечно, продолжать дальше сотрудничество, как группа «Ништя лично». Аница, у тебя вот день рождения будет в субботу, уже есть какие-то планы, как это будет праздноваться? Мы знаем, да, имаешь, да славичишь рождендан в субботу, далее ли имаешь некие планы, как хочет то изглядать? Не знаю, что мислите. Помислим, как хочешь да славиш, как хочешь да проставишься с другарима рождендан. Правит ему журку, сигурно, парти. Ага, ну, будет какую-то вечеринку сделает, с друзьями, конечно, они ее поздравят, и все будет весело и прекрасно. Со своим другарима я сарвити, с Вильзамаля. Да, будет постараться, чтобы были на вечеринке там разные гости из всех стран. Какую музыку вообще обычно слушаете? Кто-то из вас был фанат тяжелого рока, кто-то из вас фанат был поп-музыки? Да, как музыку слушаю, дали некого рок, ваш само слушаю, или классику, или так. Мы все слушаем рок, дали все слушаем. Да. Heavy metal? No. Поп-рок. Еще что-то, если вы хотите сказать для слушателей и зрителей наших, то пожалуйста. А кое что желаете, да поздравите глядовцы и слушайте, свободно. Айди нечто, и нечто, айди. Вас, ты за нас. Да, for us, for Serbia. А поздравите нечто, оно, поздравите Европу на сербском или так оно что. Честно. Да. На этом мы заканчиваем наше русскоязычное интервью. Спасибо вам, группа «Ништя лично». До встречи.